Крыму будет снижена цена на газ и дизельное топливо. Первопроходцем в удешевлении выступит крупнейшая сеть автозаправочных станций «Атан». Компания является участником соглашения с Совмином в части стабилизации цен. Новость о грядущем снижении стоимости опубликовал на странице социальной сети глава республики Сергей Аксенов. Пусть и отмечается, что дистопливо и сжиженный газ теперь станут дешевле на рубль. Цена первого уже завтрашнего дня составит 48 рублей 25 копеек за литр. В целом, с октября прошлого года цена на дизельное топливо снижена на рубль 70 копеек. Что касается цены на сжиженный газ, его литр теперь обойдется клиентам заправки в 23 рубля 25 копеек. Напомним, изменения стали возможны после требования президента стабилизировать цены на товары и услуги в Крыму. По мнению Владимира Путина, для этого властям необходимо активнее взаимодействовать с деловыми кругами.